Всех приветствую. Очередная серия Кёнигштайн. К сожалению, прошлую комнату открытую, где я снял ее, не нашел до сих пор. Ну, надеюсь, еще найду. В принципе, там ничего такого интересного нету. Там все зашлифовали, зареставрировали. В общем-то, ничего толком и не увидите. Хотя, может быть. Вот не менее интересное помещение, которое вы видите, на какой глубине. И вы видите, что окна еще как бы низковато от пола. Вам не кажется так? Очень низковато, да, значит, там пол, который в помещении, еще находится глубже. Поэтому, во-первых, в скале вырублено вот так, тут здание, и плюс довольно глубоковато как-то. Но это ладно, сейчас еще покажу, и не одно, тут их много интересных. Вот оно, следующее, не менее интересное. Да, вот такие вот. Арки очень много, много дверей, очень много окон, которые слишком низко для помещения, низко от пола. Значит, там внутри пол еще гораздо ниже. Но, к сожалению, нету туда входа, все закрыто, как я уже говорил. И вот тут слева здание очень интересное, которое также под землей, в скале вырублено. И я подозреваю еще, что эта крыша не оригинальная. Вполне возможно, когда-то здесь было сверху еще какое-то строение. Возможно, даже есть информация, но сразу вам скажу, информацию искать по отдельным зданиям вообще почти нереально. Ну, по крайней мере, для меня это очень сложно. Вот эта крыша выглядит как новодел. Ну, по крайней мере, я это так вижу. У меня такое чувство было, что здесь чего-то сверху не хватает. Чего-то такого очень массивного. И, скорее всего, это так и есть. Да, и кому же пришлось голову вот так построить, закопать вот так, чтобы одна крыша торчала. Это надо умудриться, додуматься. О, блин. Сейчас светану туда. Нифига не видно. Затоплено все. Все затоплено водой. Сейчас приблизим вот так. Должно быть лучше видно. Ну да. Строили так, чтобы затопило. Интересно, конечно. Просто обалдеть. Ну вот я и дошел до интересного этого здания, которое с торца смотрится, ну, как чердачок. Я еще прикалывался, чердачок Фрутис. Но я его потом еще более подробно покажу. Вот здесь двери справа, слева очень интересные. Сейчас я их покажу. Очень узкие, совершенно непонятные, для чего предназначены. Обратили внимание на дверь? Мало того, что это здание мне показалось в форме чердака, в общем-то показалось, что это чердак и самая верхняя часть здания. То есть вроде бы как бы там еще и под землей есть здание. Но тут мы смотрим, что видим. Это 5 таких ниш, довольно симметричных,
И причем с другого материала она выложена, вроде как бы из красного кирпича. И плюс еще справа, слева по нише, и для чего это помещение предназначалось, довольно большое, арочное. Это, конечно, действительно загадка. Загадка. Что и для чего? Справа видели, слева и центр. Итак, общий вывод. Вот это я не понял для чего. Видите ширину, там слева дверь узкая идет, справа узкая, посередке арочная. Но слева и справа еще огромное место. Не знаю даже. Сейчас посмотрим чуть сбоку. Что это вообще могло быть такое? Нет, оно на всю ширину такое. Это здание. Там по бокам не знаю, что такое, двери что ли. Там еще что-то, по-моему. Сейчас быстро посмотрим. Ну, в общем, немножко как-то тут все странно выглядит. На самом верху непонятно. Да, тут вот такие маленькие дверцы еще вроде окон. Значит, еще получается там еще слева и справа еще помещение есть. Представления не имею, что это могло быть. Форму вы видели спереди, какая такая слегка заостренная. И причем от той двери, вот маленьких дверей, где было там около метра ширина, и вот это все там, значит, помещение еще есть и с той стороны, и с этой. Ладно, поехали дальше. Так, вот это вот углубление, там, значит, получается спереди под землю еще огромное здание, куда все запечатано, закрыто. Здесь вот эта вот крыша выглядывает, там затопленная, там вода стоит внутри с колоннами. Какое предназначение у этого здания могло быть, тоже непонятно. И еще вот участок. Тут, конечно, я понимаю, что очень много чего засыпано, или, правильнее сказать, не откопано. И вот здесь аналогично. Вот там я сверху отдушины вижу, а здесь снизу арочные двери, окна. Ну, в общем-то, входа нету. И причем окна вы видите, ну, по крайней мере, размер окон в самом низу вот хорошо просматривается. Значит, еще глубже есть помещение. Ну, в принципе, тут, я так понимаю, никому не желательно это, чтобы туристы туда ходили, такие подобные помещения. Там еще глубже есть, еще дальше пойду. Сейчас я видел, там люди прошли, как они там проходили, я не понял. Сейчас я пробегусь. В общем-то, чем мы меньше видим непонятного, тем меньше вопросов. Хотя здесь, честно говоря, стоит чуть-чуть задуматься, тут и так понятно, что все до такой степени непонятно, что, как у нас говорили, без пузыря не разберешься. Все непонятно, для чего это сооружение вообще. Ну, если, как тезка предполагает, ковчег, да, в роли ковчега все-таки 200 с лишним метров над уровнем Эльбы и 360 метров выше уровня моря. 360 метров — приличная высота. Поэтому делайте выводы сами. Что тут и еще что? Вот там ходил я с той стороны под стеной. Здесь, я понимаю, еще много чего есть. То, что наверняка закрыто. Просто больше, чем уверен. Я сейчас с этой стороны еще покажу. И вот туда пойдусь, по-моему, там еще что-то проглядывается. По крайней мере, хоть краешек можно будет увидеть. Ну, вот арку мы уже видим. Я вот, кстати, с той стороны уже ходил. Еще думал, что там так навалено. Просто не откопали. Да, действительно, вот мы видим, все тут не откопали. Много чего не откопали. Вот там арка,
Вот это с другой стороны. Я так обошел. Кстати, с этой стороны не закрыто. Ура! Можно и спуститься. Хотя мне это уже ничего не даст. В принципе, с той стороны я все показал. С этой стороны вот огромные ворота были. Потом что-то тут переделали, заложили. В общем, непонятно вообще выглядит. Вот арка большая, низ. Тут вроде продолжения как нету основания. Как будто его либо поменяли, либо что. Здесь опять огромная арка. Просто огромная. Причем отдушины мы видим. Ну, помещение тут понятно, внутри есть. И с этой стороны скала. Что-то выложено, что-то высечено. Ну, все не очень понятно. Так, сейчас сверху покажу. Ну вот, вы видите, отдушины. Значит, помещения там огромные. Ну и вот, красота. Вот эти глыбушки. Чем чесали? Зубилами, да. Ладно, многие камни они обрубают. Вот эти тоже. Тоже вопрос, как их обрабатывали. Много я видел, которые обрубают просто. И вот здесь аналогичная арка. Наполовину срезана и дверь. Решетка сделана. Во многих местах просто видел камни, которые позже прям видно явно, что зубилом обкромсали. Они были нормальные, а их взяли и зубилом. Очень сильно местами причем. Так, и вот что-то я видел там. Сейчас пробегу туда, посмотрю. Так, я подозреваю, вот эти все холмы, там под ними, а может у меня и под ногами что-то находится. Видите, какие они ровненькие, аккуратненькие. И вот я вижу уже. Одно подоткопали, и там дальше еще вижу подоткопали. Ну вот здесь все видать вот так. Все, что закопано, сейчас я пробежал. Похоже, все должно быть вот так вот примерно. Причем, обратите внимание на камни, как они обработаны. Зубило, да? Не похоже. Ну и здесь вот явно что-то закрыто. Что-то тут еще закрыто. Ну, вон спереди еще вижу подобное. И получается, вот эти вот все бугорки. И тут вот даже деревья уже растут. Вот такие огромные. А там, похоже, внизу еще что-то есть. Это не просто бугорки. Конечно, скажут, во время Великой Отечественной танки сюда загнали или пушки поставили для обороны. Но, в принципе, такое тоже может быть. И сколько же тут всего закопано и закрыто еще. Вот еще одно. В общем, 9,5 гектар. Обойти, я чувствую, я не осилю. Но дело даже не в этом. Дело в том, что у меня, по-моему, даже батарейки не хватит. Причем резервной. Тоже арка была. Большая причем. Огромная арка была. И потом сделали дверцу.
А вот там что за окошечко? Вон какое-то окошечко интересное. Упс. Куда-то глубоко уходит, не видать. Края я не вижу. Я вижу, что там вроде вода есть. Очень интересненько. Только оттуда вышел. И вот этот холм огромный. И наверху я вижу две отдушины. Ну одна, да, обе отдушины. Значит, там огромное помещение. Просто огромное.